Всех приветствую. Пролетная рыбалка. Погода не повезло. Ну ничего страшного. До дома 15 минут на машине. Так вот. Снимаю на водоеме, как вы любите. Итак, платформа и обвес из серии «Полезный девайс». Бытует мнение, что платформа — это для спорта. Это абсолютно не так. Ребят, платформа — это для активной ловли фидеров. Ежели у вас больная спина, опять же, вы хотите ловить активно, я всячески не рекомендую покупать кресло. Сидел я на кресле, и вставать неудобно, и сидеть неудобно, как-то жопа проваливается. То есть это не для активной ловли абсолютно. Купите или сделайте платформу со спинкой. И все у вас наладится. То есть, с одной стороны, вы будете удобно сидеть для активной ловли. С другой стороны, можно откинуться на спинку, либо если клев не активный и приходится подубинивать, да, либо крупную рыбу высиживаете. Ну вот у меня проблем с спиной нет. Я, не знаю, с момента того, как я первую платформу сделал, уже, по-моему, 4 года без малого прошло. И проблем никаких, и без платформы я себе, собственно говоря, жизни не представляю. Если условия позволяют, да, ну вот в данном случае, в принципе, можно было бы обойтись без педанта. Либо для пешеходов, да, опять же, если есть возможность найти, собственно говоря, место, где педана не нужна, но вот я привык. Помимо этого, к обвесу, да, и какие-то там стойки немыслимые, еще что-то, но не могу я. Вот для этих целей есть, собственно говоря, там бетонная набережная, как Марина, да. Для этих целей есть вариант просто взять перемычки и поставить впереди ноги, потому что вот лично мне без них неудобно. Что касаемо обвеса, да, ну опять же, вот, помимо платформы, сидишь, не вставая с места, все у тебя под рукой, и это прежде всего, помимо удобства, это, конечно, повышает темп ловли. То есть тратить время, на мой взгляд, бесполезное, на то, чтобы бороться вот с этими трудностями, которые сами себе создали, чтобы у вас меньше было проблем со всякими запутываниями, со всякими, собственно говоря, захлёстками. Вот для этой цели, собственно говоря, обвес и нужен. То есть вот сейчас все покажу крупным планом. Слева у меня столик, вот, справа небольшой столик. Тазик с приконкой, наживка. То есть забили, прицелились, забросили, все. Ждем, пока вершинка отыграет. Видите, подскажет, что-нибудь клюет. И... А так на судьбе вообще не подскажете, а то мы живем на судьбе, но что-то не ходим. Разнорыбится здесь. А? Разнорыбится здесь. А-а-а. Выдаем проточку. А карась нет? И карась. Вот, поставили удилище, собственно говоря, на стойку и сидите ловите.
А карась на что берется? Да не знаю, я не ловил здесь карася ни разу. Слышал, что он есть. Я кроме уклейки, плотвы и окуня здесь ничего не ловил. Поймали вы рыбу, надо вам ее там снять с крючка, в садок положить. Либо поменять на жидкость. Вот, для этой цели есть стакан. Поставили, собственно говоря, удилище стакан. Сменили свою наживку. При этом у вас натянута, собственно говоря, леска, у вас не происходит из-за этого всяких запутаний и прочих. Сняли со стакана, опять забили прикормкой кормушку. Корма осталось мало, поэтому так долго происходит процесс. А подсыпать уже смысла не вижу, потому что сменил три дистанции глушняк. Сейчас поедем домой. Все, опять подмотали и в путь. То же самое фидерарм, да, для чего нужен, помимо всех этих удобств, да, при постановке и прочем. Ну вот, реально в Марьино я был с одним из своих подписчиков. Он был без платформы. Там некуда воткнуть эту самую стойку несчастную, чтобы поставить удилище. Неудобство это создает, собственно говоря, страшно. Ну давайте посмотрим, собственно говоря, крупным планом, как все выглядит. Ну, садок я не разбирал, как чувствовал, что рыба не будет клевать. А так вот у меня с правой стороны, собственно говоря, садок. Рыбу снял, бросил. Все шикарно. Итак, ребят, у кого денег побольше, у кого есть такая возможность, предлагаю повторить за активной ловли, собственно говоря, платформу-то себе и прикупить. Что касаемо пиданы, ну вот в данном случае, если сидеть как я сижу, можно обойтись без пиданы. Если, например, сесть ниже, то уже без пиданы, вот так вот ноги у вас будут под уклоном. На мой взгляд, это очень, очень неудобно. Хотя вот разговаривал с Лешей с первого лова, ну, говорит, примерно там на три кресла, да, берут одну педану. Ну тут уже повторюсь, дело ваше. Ну вот, как-то так. Сейчас, наверное, будем собираться с внуком домой. Чего высиживать. А у меня на сегодня все, всем пока.